Всех приветствую, друзей, подписчиков и зрителей. Вот собираюсь с тайскими друзьями рыбку половить. Точнее, они покажут, как они тут ловят рыбу. Савадди краб. Савадди краб. Окей. Ом Тайленд краб. Так, сейчас будем смотреть с ним, как его товарищи рыбу будут ловить. Вот, посмотрите, на лодочку они погрузились. А, это так. И нам ми, паяй. А та урай кило. Хок кило. Спик. Пут, май пут. Фом там иен видео. Вот так они этими длинными шестами рыбу пугают. На шесте кольца металлические прибиты и создают, видимо, под водой звук. Как говорится, не выдержала душа поэта, вернулся я обратно в Исан, к друзьям, к своим тайским. มาอยู่ได้กี่เดือนแล้ว มาจากบ้านน่ะจากรัสเซียมานานยังนานยัง สองเดือน กลับมา โจ้เนี่ยยกโจ้เนี่ยปาน ฟิตตาหน่อยไปใหญ่ มาทุกวันไหมตรงนี้ ปุยิน อายุมาไฮมอตุไซ Ай, мали цай маки. Пом пайти яу туквам. Яу най. Ди. Это яу най. Яу най. Яу. Во. О, гуд. Вот сеть к ним небольшая, рыбка уже заплыла одна. Большой не видать. Ям ек лава. Паяй, тинай. Паяй, ми. Тинай. О. Окей. Окей. Паной хатуа. Паной хатуа. 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 Паной. Паной хатуа. Окей. Дикуа. Ди. Паной, алой. Алой. Вот, тинай, паной. Мой пан. О, ми. Сон туа. Сон туа, лава, ям, як ни, пали, сон туа. Лай, я лав, вон, лав, тай, ой. Окей. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Три сети поставили они в разном направлении и шугали здесь. Вот этими палками длинными пугали рыбу. С кольцами металлическими. Тяни, падук, ми. Ми. Падук. Ми. Падук, яй. Майми канбет. Канбет ми. Кун ми канбет. Пом майми. Пом ми канбет. Паттайя. Паттайя. Прочитал комментарий. И раньше такие мне встречались. Просите рассказать что-нибудь о своей жизни, о личной или в России. Но я предлагаю вам не бежать впереди паровоза. Через пару-тройку месяцев я буду в России, и сами увидите, что за жизнь там у меня. И еще запомнился комментарий. Интересовался кто-то из вас, какие темы у меня насчет снимать видеоролики, какие планы. Я вам сразу скажу, в Таиланде у меня никаких планов нет, никаких тем нету. И в России то же самое, никаких тем у меня не будет. Просто у меня появляется желание и время свободное. Я беру камеру и иду что-нибудь снимаю, что считаю нужным. А между тем, рыбаки уже сюда опять ко мне приближаются. Вокруг по всему пруду проплыли. Вот такие железные кольца у них на шестах. Эти металлические кольца гремят и рыбу пугают. Лю. Окей. Паной свай. Паной. Леококин. Сонтуа. Паной сиптуа ракха таурай. Сиптуа ракха таурай. Исип. 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 Исип бат. Исип бат. Май пин. Овала. Исип хату. Мини. Окей. Okay. Спросил, сколько стоит рыба такие, вот небольшие 10 штучек на рынке продают, всего лишь по 20 бат. Так вот, они и ловят каждый день рыбку. И себе на еду, и на продажу. В самую грязь забрался ради того, чтобы рыбку посмотреть.
มาแก้ได้นี่เอาว่าจักตัวไปเถอะсеть что-то вся рваная. О, гуд. Угу. Тяни дикуа. Паной ми. Паной дё. Место вот это хорошее, сразу много рыб заплыло в сеть. Вот такая рыбалочка тут у них на пруду. Но на речке принцип рыбалки тот же самый. Также они ставят сети такими вот большими шестами с металлическими кольцами, пугают рыбу и вытаскивают потом из сетей. Еще у них тут способ есть. Сверху как-то круглую сеть набрасывают. Но это потом я постараюсь с ними вместе по речке поплыть. Покажу вам, если они сеть такую будут брать с собой. Еще они вот как ловят. Палочку вот такую втыкают в берег. Вот она палочка. Воткнута в берег. А от нее отходит леска. Вот она леска. Леска отходит. На леске крючочек, уже, правда, с него все съели. И висит обычно живец. Вот так вот, на таком уровне от воды. Вот прям он как будто бы по поверхности плавает на крючке. И хищник хватает. Убежать не может, начинает дергаться, вот так вот палочку гнет хищник. И все. И вот они по берегу речки, вокруг пруда, много таких вот палочек навтыкали. И что самое удивительное, я не раз на лодке с ними плыл. Они видят, что на палочке уже сидит сомик или еще какой-либо хищник, крупненькая рыба. И никогда чужую рыбу не трогают. Проверяют только именно свои палочки, которые сами воткнули. Но они вон продолжают сети проверять. Сегодня денек тут у них жаркий. Посмотрите, вон сеть дергается. Кто-то там уже сидит в ней. Денек сегодня выдался жаркий. Схожу на речку сейчас и искупаюсь наконец-то. А то вот прошлые все дни здесь было прохладно. Градусов 20-23. Я думаю, выше температура не поднималась. Местные все здесь в куртках ходили. Ночи вообще холодные были. Так что потихонечку и сюда, на север, тепло приходит. Вон, друзья мои, по кругу плавают. Перегородили по кругу весь пруд. И теперь не спеша рыбку собирают. Уже нормально, наверное, штучек 50-60 с сетей сняли. И вот пока круг у них один заканчивается, в сети опять рыба зашла. Здесь, конечно, в Исане очень круто я себя чувствую. От Паттайи сильно очень образ жизни отличается. Здесь тишина, нету никакой суеты. Ни шума от машин, от байков, никакого запаха от канализации. Такое ощущение, как будто жизнь здесь вообще остановилась, еле-еле протекает. И народ такой весь спокойный, неторопливый. Вон снимают рыбу. Общаться, конечно, мне с ними сложновато, очень мало, процентов 20 от силы, они меня понимают, и я их. Язык Исана такой сложный. Вот опять до меня добрались. Пум якду, паной. Они, о.
Паной, дё. Окей. Сейчас, сказали, подплывут, покажут рыбу. Попросил, чтобы сюда подплыли, на видео снять рыбку. Паной, ми. О, окей. Паной, дё. Копун краб. Вот сколько с одного круга наловили. Сейчас по второму пойдут вытаскивать. Ого! О, паной, дё. Лёко, пай паной кай. Талат, пай калат, талат. Окей. Тон ен пай талат. Тон ен. Звук слышите? Свинью режут на мясо. Помните, я вам показывал это место? Каждый тут потихонечку, не спеша, занимается своим делом. Вот таким образом они живут. И основной вид деятельности вот у мужчин – это рыболовство. Целыми днями они ловят рыбу, а вечером продают. Вот только сейчас при вас я спросил, что с рыбой будете делать, вечером на рынок, говорят, отнесем, продадим. А я на этом буду с вами прощаться. Заранее хочу вам сказать, что следующий ролик я хочу для вас снять. Это храм Золотого Будды. Посмотрите, что это за храм, как он выглядит. На этом все. До новой встречи. Счастливо.